thank mm -hmm. you Но это битва рабочих столов номер 22. Начинаем. Всех приветствую. Вы долго ждали. Это битва рабочих столов. Выпуск 22. Мы просто нежданно, негаданно начинаем. И в этом ролике я проведу повторный розыгрыш мышки, который выиграл парень, но он из Беларуси, а доставка у меня только по России. В итоге мы переигрываем. Если ты хочешь выиграть такую мышку, во-первых, если ты хочешь узнать, сколько она стоит, а она очень хорошая, ты можешь перейти по ссылке в описании на магазин setilink.ru. Магазин хороший, добрый, проверенный и крупный. Узнали, сколько стоит, а теперь, чтобы ее выиграть, она, кстати, с RGB подсветкой полностью, пиши в комментариях любой комментарий с, со своей социальной сетью, чтобы я смог потом с тобой связаться, ставь опционально лайк этому видео и в это воскресенье в прямом эфире на стриме я разыграю эту мышку и одному из вас отправлю ее совершенно бесплатно по России, так что, ребят, все за вами. И можем, кстати, в битве рабочих столов разыгрывать довольно-таки много компьютерной техники. Потому что у меня еще есть мышки, у меня есть еще и Корсар, еще Razer есть, и клавиатур много. Правда, их неудобно отправлять, но ничего, мы, надеюсь, разберемся. Еще раз всех приветствую. Меня зовут Илья, 22 выпуск. Начинаем. Выпуск построен так. Сначала смотрим 5 рабочих столов моих зрителей, а в конце смотрим рабочий стол с обложки. Напомню, что данная рубрика у нас существует для того, чтобы смотреть на рабочие столы моих зрителей, которые мне присылают на почту. И, каюсь, долго не выпускал писем, куча. Уже даже народ не присылает, потому что все уже забыли. Присылали хранятся. Ух, будем понемножку разбираться. Если вы хотите тоже принять участие, на вот эту почту пишите письмо, присылайте фотографии в хорошем разрешении. Ребят, это прям must have с хорошим освещением, если у вас плохая камера. И можете присылать небольшую нарезочку видео. Долго не надо рассказывать. И можете написать про себя. У нас есть 5 претендентов, за которые вы будете голосовать кто вам больше всего понравится, просто что рабочее место понравится по итогу, пожалуйста, голосуйте. Ничего это участнику не дает, просто мы будем видеть, что народу нравится, чтобы получить от вас обратную связь. Также можете писать полностью в комментариях и голосовать тоже в комментариях. Ну, чисто от меня фишка. Пожалуйста, ссылочка в описании будет на Google форму, там будет опрос. Все пять участников заходите, голосуйте, потом просто в следующем выпуске посмотрим, кто вам больше всего понравился. Итак, пять человек, пять рабочих мест, обсуждаем что мне нравится, что мне не нравится, может что дополнить, какие-то фишки друг у друга, и будем заимствовать и делать наши рабочие столы еще эпичнее и приятнее для нас, чтобы за ними проводить максимально полезное время и наслаждаться этим. Ну что, начинаем. Первое письмо мне прислал Максма и написал «Привет, Илья, смотрю тебя еще довольно-таки давно. Наткнулся на твою рубрику «Битва рабочих столов» и вдохновился идеей собрать свой сетап. В итоге за полгода мне это частично удалось. Надеюсь, ты оценишь. Мышка у него MX Master, клавиатура AKBC, Монитор Samsung, гарнитура Razer и подсветка Life Smart. Во-первых, хочу отметить, возможно, ты имел в виду не гарнитуры, либо гарнитура игровая, но здесь я вижу колонки Razer, такие же как стоят у меня, у меня такие есть. И если при том почему-то, могу сказать, что данные колонки меня по звуку что-то не очень устраивают, честно. Вот я ими пользовался, они лежат на даче и. Не знаю, что-то мне прям в них вообще звук не нравится. Но это чисто мое мнение. Спасибо, кстати, что ты на телефоне открыл мой канал, это очень приятно. Значит, монитор Samsung. Мониторы Samsung мне нравятся. Это прям, во-первых, он выглядит вообще как телевизор, потому что вот этот дизайн, прям реально дизайн телеков. Мне безумно нравится твоя подсветка за монитором, потому что, когда смотришь вот так вот, включенный монитор, ну, клавиатура беспроводная, мышка беспроводная, и смотрите, насколько легко это смотрится. Ну, надеюсь, что они беспроводные. Подсвечка сзади фиолетовая и светильничек Life Smart. Притом, я так понял, он должен быть модульный, его можно будет дополнять. На зоне стоит недешево. Блин, вся подсветка стоит вообще нифига не дешево. 8000 тысяч рублей, я посмотрел, стоит такой вот Life Smart. И, конечно, на обычном рабочем столе должно быть место светильнику с обычным светом, чтобы вообще что-то понимать, что происходит. Очень минималистичным. Мне нравится. Главное, что проводов нету. И задний красивый. Следующее письмо, это Кирилл, хотел бы попасть на битву рабочих столов и узнать твое мнение, подписчиков э, сделали за полторы недели, полного нуля всю комнату, ну не только рабочий стол. Значит, монитор 22 дюйма Philips, плюс еще Samsung тоже 32, мышка SteelSeries, клавиатура Tesoro, вторая простенькая Oclick, ком средненький, камень Ryzen, мать Asus. Ну, в принципе, видеокарты и память можете не перечитать, потому что мы в основном смотрим, конечно, на внешность рабочих столов, мы это обсуждаем. Во-первых, хочу тебе сказать, что у тебя прям как Пика боярин. Вот первая фотка, знаешь, с креслицем вообще прям реально красота была. Мне очень напоминает мое рабочее место, а если вы не помните, как выглядело мое рабочее место, но выглядел вот, вот так вот, в самом начале. И... Теперь у меня вот как бы комната вся в подсветке. Ну, вот тоже бывает. <laughs> Нет, слушай, вообще, души первая фотка мне нравится. Игу, у меня за самого раньше такие рабочие столы были. Итак, сделали за полторы недели. Выглядит пролитой бомбезно из-за того, что вот реально белый свет. И мне очень нравится, как ты выложил кирпичи. То есть, стена, знаешь, если бы она была полностью в кирпичах, мне кажется, смотрелось бы вообще не так. А здесь белая столешница, даже белая окантовка монитора. То есть максимально... Вот и если еще кресло взять с белыми вставками, ну, конечно, не, не такое прям. Здесь слишком мало белого, а есть белое кресло. Вообще бы конфетка была. Подсветка сзади за столешницей, притом я уверен, что она, скорее всего, меняет цвет. Акустика переехала по телевизор. А, ну, конечно, да, меняет цвет, я просто не переключил фотографию. Но было бы еще круче. Наверное, нет возможности столешницу отодвинуть и подсветку пустить, как бы, чтобы она в стену светила. А то ну, светодиодики немножко пугают. Либо я бы тебе, знаешь, что предложил? На будущее замахнуться на не очень дешевую штуку это подсветка от Corsair, которая поддерживает IQ. То есть у тебя сзади монитора будет LED-стрип, такие, конечно, лента, который полностью будет имитировать, что происходит на компьютере. во-первых, -во можно настроить по цвету на компьютере все. Если у тебя какое-то железо будет, там, клавиатура, мышка тоже от Корсара, это все соединяется по подсветке. И как бы будет э, повторять все действие на экране, то есть расширять. А в игрушках будет сигнализировать, например, когда в тебя стреляют, если ты совсем уже почти сдох, она будет там красно мигать. Типа как вот у меня подсветка на компе на даче когда у меня там подсветка кулера и материнской платы, и, короче, эта память, она все вот мигает именно под внутренности того, что происходит в игре. Тем будет вообще крутая, вот реально будет фишка. Третий мой зритель, который прислал, это Леонтьев Владимир. И написал, привет, стремлюсь к кислотному ретро-вейву в убранстве рабочего стола. Это видно. Ну, основной пока там по корпусу не буду ничего переставить. Монитор 27 дюймов Samsung, колонки Genius, клавиатура Oclick, мышь Rhythmix помимо светодиодной ленты, реанимировал советский декоративный светильник «Салют». Слушай, прикольно. Я смотрю, у тебя там много ретро-компов. Притом, вот крайний из них, самый старенький системник, обладает древним аналоговым разъемом в видеокарте. Имеет прямое подключение к видеомагнитофону, что позволяет производить прямую запись цифрового видео с ПК на видеокассету и назад. А чё, так можно было? Я, представляешь, свой последний видак, когда у папы его взял, начал перезаписывать кассеты, все перезаписалось, а потом начал перематывать, и в итоге у меня там головка полетела, пришлось этот видак выкинуть, очень жалко. Все три системника подключены к основному монитору, при помощи кнопки сбоку происходит переключение, круто. Было бы немножко побольше картинок, цены бы не было. Но во-первых, хочу тебя выразить прям признательность за то, что ты прислал это в хорошем разрешении, сделал такую подсвечку, прям реально такой кислята, но выглядит это просто супер. Слушай, две клавиатуры, две мышки, такие компы. Прям такой, понимаешь, что любитель ретро. Мне очень нравится твой светильник, который стоит на компьютере. И нога мне твоя нравится для микрофона. Ну и, конечно, йоду я тоже заметил со Звездными войнами. Короче, за ретро вейв ставлю тебе здоровенный лайк от меня. Дальше. Рабочий стол мне прислал Гриша. Ему 13 лет, есть YouTube канал Green Вот мой игровой сетап от Razer. И облачко. Давай посмотрим. Опять же, я замечаю акустику от Razer. Э, эти пушки. Слушай, если ты смотришь, конечно, или не смотришь, напиши, как они тебе по качеству. Потому что, я не знаю, с тем, что слушаю я, мне кажется, у них не хватает мощности. Значит, мышка от Razer. Клавиатура, не могу понять, наверное, должна быть тоже от Razer, но не факт, я просто отсюда не могу увидеть. Дальше, дополнительный блок для игр. И, кстати, не всегда вижу, что все используют э, подставочку для провода мышки. Вот видите, там справа под монитор. Мне кажется, это она должна быть или нет? То есть такая, типа, подставочка, на которую кабель кладется, на наверное. Что бы я здесь убрал? Я бы убрал здесь провода. То есть, э, возможно, тебе придется пожертвовать столешницей, пропилить каким-нибудь по диаметру там не знаю в 2 сантиметра подмышкой под, под клавиатурой как типа, у меня это было сделано и убрать все провода они конечно я вижу идут все за монитором слева но они как знаешь как паутину туда так все собираются по всему столу и уходят с одной стороны выглядит неплохо свободное место есть но все прям вообще черное нету легкости а то что много рейзера это хорошо облачко тоже вообще в тему я бы даже здесь, наверное, подсветки не стал добавлять. Хотя за монитором можно взять. Знаешь, на Алиэкспрессе продаются самые обычные подсветки USB, которые втыкаются, к примеру, если в мониторе есть USB, в любой разъем USB, когда ком включается. Кстати, вот выглядит она вот так вот. И ссылку на такую подсветку, она совсем простенькая, но работает вообще стабильно. Оставлю вам в описании. Так что заказывайте, покупайте, почему бы и нет полезный совет вам. Вот, проклеишь сзади монитора, воткнешь в USB, комп выключается, она тоже выключается. Включаешь комп, и у тебя сзади монитора будет подсветка, плюс которая настраивается. Спасибо тебе большое, что ты прислал свой сетап на просмотр нам. Давайте, едем дальше. Прислал Эдуард. Ему 16 лет. Давно хотел сделать рабочее место, которое мне по душе и попасть в твои видеоролики. Мой стол был куплен в Икеа. Это хорошо. Подсветка сарика. Пока собрал сам. По характеристика характеристики не важны, но это, это нас не вообще не интересует. Хочу скоро купить акустический поролон, чтобы улучшить звук микрофона. Надеюсь, попаду в твое видео. Давай. Вот здесь вот, знаешь, подсветка стола, то, что она прицеплена сзади, выглядит вообще вот прям по канонам. Ну, хотя я в этом не особо силен, я просто веду канал, сам, блин, занимаюсь подсветкой, но мне нравится, как у тебя сделано, что светодиодной ленты не видно сверху, она у тебя сзади. Это выглядит круто. Особенно классно смотрится а, вот этот вот контраст, знаешь, красной подсветки из корпуса компьютера как раз через сетку. Мне нравится, как выглядит. Значит, наушники висят внизу, а, стойка для микрофона выезжает. Большой коврик для мышки. Вот если бы сюда еще добавить, к примеру, коврик с подсветкой из предыдущего видео, было бы очень круто. Либо это еще легче смотрелось, если убрать отсюда коврик, оставить только маленький коврик для мышки. А, да и, в принципе, все, от клавиатуры спрятать провода. К примеру. Ну, нет, я вас не заставляю сверлить столы, это не нужно делать. Но, к примеру, коврик большой, если отсюда убрать, будет. Такая, знаешь, легкость белая. Притом мышка белая. А если добавить еще подсветку как раз от USB, которая втыкается, можно любой телек подсветить. И также компьютер. А Если ее под комп наклеить, было бы круто. Или за комп. Так что тоже присмотреться к этому. Ну, очень классная большая столешница. Легкость вот с такого ракурса есть. Но коврик я бы отсюда убрал большой. Всех посмотрели? 5. Голосуйте в описании. Голосуйте по ссылке. И переходим к рабочему столу с обложки. Ну а теперь предлагаю мне и вам насладиться рабочим местом, вдохновиться. И, как обещал, в конце давайте это сделаем. Значит, нашел парня в Инстаграм. На самом деле с ним э, связался, ему отправил, ну, типа, запрос, что «Привет, я снимаю там ролики, можешь дать, типа, фотографии в высоком разрешении и так далее, и, может, там, видео прислать, я там твой аккаунт отмечу» ничего не ответил. Ну, так и быть. В любом случае, его аккаунт я оставлю по ссылке в описании, чтобы это было честно. Зовут парня Джош, и делают он свое рабочее место просто превосходнейшим. Если мы углубимся вообще вдаль, то мы видим, как все начиналось. То есть, это обычная комната со скосами. Он, кстати, мне кажется, занимается музыкой. И, как мы видим, стандартная вот эта вот тема, что икеевские тумбочки Алекс такие же, как у меня стоят, и это, в принципе, тогда я это взял в любом случае как раз с иностранных каналов, когда кто-то начал так делать, это типа, ну, прикольно. И столешница Икея. Притом столешница, которая для кухни идет. Она здесь самая большая. Я уже не помню, там 246 см по-моему, она по длине идет. Потому что здесь я брал, по-моему, 160 или 180, потому что у меня просто больше места нету, негде поставить. И в середине всегда ставится нога для поддержания, потому что все-таки, если столешница, она не совсем из массива, стоит она, кстати, не дешево, она 1012, наверное, рублей стоит, а то, и, а то и дороже. В последний раз, когда был в Окей, там вообще ценник на них конский. И подсветочка. Ск скорее всего, это Leaf X, которая Z-Strip сзади. Она дорогая, которая у меня под потолком на даче висит. Которую я всю ее полностью собрал, которая у меня Leaf X была, я ее взял. И повесил под потолок. Вот она офигенно умеет менять цвета, там любые эффекты. Помните, раньше у меня за мониторами висело. Если просмотреться по аккаунту, соответственно, есть подноготное всего этого. Это куча проводки, потому что, сами понимаете, повесить телевизор, которому нужно по-любому 2 HDMI, а то и 3, чтобы вводить изображение там... С с компьютера, с консоли, с чего-то еще, это все нужно где-то прятать. Обычно это идет либо фальш-стена, либо когда ты уже делаешь ремонт, тебе нужно изначально туда закладывать либо какой-то кабель-канал, по которому ты можешь все это дело спускать, либо ну, провода изначально в стенку прям... Мне кажется, плохая идея. Лучше какой-то реальный кабель-канал делать, чтобы снизу завел, сверху вывел. Вот так все это дело выглядит. Реально подноготное, когда куча-куча проводки. И от этого никуда не деться. Но в итоге результат. Кстати, мне вот этот светильничек очень нравится. У него такой угловатый. Скорее всего, это Leaf X Tile. Ой, не, не Tile, а Bim, по-моему, называется. Тоже вот эти дорогие светильники. То есть, есть у них серия, которая длинные, продолго... продолговатые, толстые светильники. Но тоже, блин, дорогие вообще в край. Блин, Инстаграм тупит. Когда я захожу в фотографии, меня выкидывается наверх. Даже смотрите, есть небольшая зарисовочка его игровой комнаты. Красота. На самом деле я это раскусил всю эту тему с тремя мониторами. Да, это реально удобно. Ну вот, давайте посмотрим. Значит, здоровеннейший Муник наверху. Конкретно, в чем он помогает, когда ты работаешь за компьютером? Наверное, ни в чем. Смотрится, это круто. Возможно, когда ты стримишь, ты можешь там просматривать себя либо да ты можешь поиграть там в консольку если отодвинуться если у тебя комната большая ты там отошел сел на диван и в принципе можешь рубиться в консоль потому что на мониторах это не особо удобно делать ну вот его финальная версия рабочего стола выглядит вот так вот при этом я вот не пойму вот это вот какое-то звездное небо скорее всего это какая-то проекция именно лазерная помните такие типа есть новогодние светильники которые ты можешь настраивать вот э, здесь это просто голубое свечение и ну, добавляют изюминки, да. И главное, все-таки это белые стены, потому что на белых стенах все выглядит это очень красиво. Сожалею, что нет у меня нигде свободной белой стены, чтобы сделать примерно то же самое. Не очень удобный кронштейн для микрофона, потому что из-за монитора неудобно его выводить. Это такое случается. Вот, но главное, это, знаешь, легкость именно в том, что нет проводки. Потому что, в этом, кстати, многое прям вообще кроется. Я использовал в своем рабочем столе внизу, то есть картон и поролон, чтобы закрыть всю проводку, потому что проводов там прыжки куча, понимаете? Три монитора, то есть это три кабеля питания, три HDMI, плюс от компьютера, сколько у нас там всякие USB-шки туда-сюда идет, и все-таки рабочее место без проводов смотрится очень легко. Вот. Можете все это поподробнее почитать у него в аккаунте, ссылку на него оставлю в описании. Итак. Это были все наши пять претендентов на сегодня. Голосуйте за них. Можете голосовать в комментариях, можете переходить по ссылке и уже на сервисе проводить голосование. Потом посмотрим, кто вам больше всего понравился. Не забывайте участвовать в конкурсе на Razer Basilisk V2. Выигрывайте. Доставку по России мной в воскресенье в это разыграем в прямом эфире. Так что с вас комментарий с вашей социальной сетью, с вас лайк под видео и Оставайтесь со мной. Ну что, с вами был я. До новых встреч. Пока. Давайте. Только от вас зависит, когда выйдет 23-я рубрика «Битва рабочих столов». Эх, красота. Ну ладно, присылайте свои работы на почту. Не забывайте. Пока.